Любовь? Радость? Держишься? Ага. Не раскисай, ладно? Согласна. Ловите его! У меня катаплексия. Я теряю сознание, когда испытываю сильные эмоции. Да! В моем случае, в основном радость. Разве ты не хочешь влюбиться? Тут надо аккуратнее. Нужна такая, чтобы ходила в трениках. В пятницу у меня занятие с пряжей, и в этот раз будет альпака. Ты так распереживался из-за пряжи? Неа. Я, кстати, Франческо. Почему на меня западают всякие уроды? Или ты на них? Думаешь, феромоны и гель для волос? Может, зайдете выпить? Я не хочу, просто не могу. Нужен бойфренд, вот мой брат. Стоп, что? Ты теперь с Франческой? Она дико смешная. Я не такой уж юморист, но ты смешно показываешь Де Ниро. Предложение, от которого нельзя отказаться. Это Брандо. Так он же им потом стал. Мир не знает сострадания. Твоя жизнь – сущий ад. Они это репетировали? Ты светился, когда дурачился с Франческой. Она все, чего я избегаю. Но меня тянет к ней, как мотылька. Как-то все это не по мне. Если ты облажаешься, мы ее больше не увидим. Мы? Ты? Любить кого-то – это значит быть счастливым, а я не могу! Мне кажется, с тобой что-то не так. Да. Нет, с тобой. Иногда надо не бояться сделать глупость, иначе жизнь пройдет мимо. Нельзя бояться полюбить кого-то только из страха его потерять. Это невероятно печально. Да. Мартин Фриман. Морена Баккарин. Ода радости. Почитайте смешное. Да, смешное. Книжка называется «Куда ушла наша любимая бабушка». Ну, все.